нескольких столетий, возможно, даже нескольких веков, если там, знаете ли, повезет. Так вот, способ моего заработка приватно, он, разумеется, не для всех. То есть, если бы он был для всех, уже бы, знаете, на Arizona Roleplay все были бы богачами. Он не для всех, то есть, разумеется, нужен будет, что такое миллион на Arizona. Способами заработка я, допустим, вот сегодня за час заработал примерно 15 миллионов виртов, вот. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всем привет, братики, кентафарики, кенты и вот все остальные, вот, так сказать, подписчики моего канала. Сегодня я на своем, так сказать, YouTube-ченнеле солью вам приватный способ заработка, по которому вы сможете дико, так знаете, нафармить верты на Arizona Mobile, причем, знаете ли, на любом абсолютно точно сервере, без разницы, какой он там, там, Феникс, или, возможно, Arizona RP Феникс, по айпишнику описании, введя мой никнейм Данте Коннор и вообще сделав там вот все вот эти, знаете ли, прочие вещи, которые вы только можете сделать, а возможно вы не можете сделать, да и многое-многое другое, но это абсолютно точно не важно, потому что я в целом могу много чего еще вам рассказать кентам и вот всем остальным моим кентафарикам, братанам, возможно много чего еще можно сделать, но давайте уже мы непосредственно перейдем к самому способу заработка, но перед всем этим я бы хотел рассказать вам небольшую предысторию. Когда я только вот начал придумывать данный способ заработка, на это у меня ушло порядка, возможно, там, нескольких столетий, возможно, даже нескольких веков, если там, знаете ли, повезет. И я вот поклялся себе передавать его только по видеороликам каким-то там, знаете, на YouTube и на всем прочем. То есть, вот, чтобы передать данный способ заработка, вам будет недостаточно просто сказать другу, вот, смотри, какой пиздатый способ заработка разработал типа, мой любимый GTA, сам ютубер, смотри, вот, что он вообще смог такое сделать. А еще нужно будет сказать следующее. Нужно будет просто скинуть ему ссылку на вот эту вот мой видеоролик, и после чего вы автоматически, так сказать, не нарушили мою клятву и тем самым рассказали своему другу о прекраснейшем, так сказать, способе заработка, как вот, как кента своего, то есть у вас есть свой кент, а мои кенты, они как бы все на моем вот этом вот YouTube канале, они подписаны, следят за мной, вот, и как кенты, они в целом, так знаете, делают, ну как кенты, сами понимаете, там вот это вот, поэтому давайте добьем мне вот 4000 подписчиков, и вот, то есть будем реально как уже какие-то, я не знаю, уже не то чтобы кенты, а уже, возможно, даже братья, возможно, даже сестры, если они там, знаете ли, где-то еще будут. Так вот, способ моего заработка приватно, он, разумеется, не для всех. То есть, если бы он был для всех, уже бы, знаете, на Arizona Roleplay все были бы богачами. Он не для всех, то есть, разумеется, нужен будет начальный стартовый капитал примерно где-то, наверное, миллион. Вообще, что такое миллион на Arizona RP? Это, то есть, я не знаю, это 3 часа там на шахте поработать день и все. То есть, а что еще нужно сделать? Разумеется, можно пойти немного по другой, немного, знаете ли, стезе, то есть, за 3 часа на шахте вы заработаете миллион виртов на Arizona RP, а это, то есть, ну, это как бы, ну, как бы вам так сказать-то, это, ну, рублей, наверное, 30, да, возможно, 40, вот, если вот так вот кому-то продавать, что-то там еще делать, но вы можете воспользоваться лайфхаком, устраиваемся в Макдональдс на 1 час, зарабатываем там за час 100 или 150 рублей, донатим эти деньги в Arizona, и вот у вас уже около миллиона виртов. Так вот, мой способ заработка заключается в следующем: мы идем в казино, либо в бар Орел и Решка, как кенты, как можете своего кента тоже с собой взять, который там, знаете, вместе с вами за кассой в Макдональдсе стоял, вот это вот, знаете, 1 час, и, в общем-то, задонатить вместе с ним, получить уже все эти деньги и пойти, в общем-то, в казино. Там в казино мы, разумеется, стоим и начинаем жестко отфармливать верты по заветам самого, ну, кого там, Генри Форда, возможно, возможно, Николы Теслы, возможно, там еще каких-то Джордана Балфорта, еще каких-то вот этих Белфорда, возможно, Дональда Вашингтона и вот всех вот этих, знаете, прочих людей, вы просто стоите и вот там вот отфармливаете все эти верты. Тактики на казино будут, как только на этом видеоролике наберется 100 лайков. То есть я вам как бы так, знаете, дал удочку, но не дал леску с наживкой, с хлебом, в общем-то, для того, чтобы ловить каких-нибудь там, знаете, вот этих вот всех, богомолов.
Вот, и получается так, что мы заходим в казино и начинаем там по жести задрачивать, то есть обмениваем фишки и начинаем по жести там задрачивать, а все эти ставки, как кенты настоящие, как кентафарики просто реально, добивающие вот эти вот, знаете, деньги на GTA Самп, на Arizona RP. Так вот, если способ заработка оказался вам, типа, полезным, вам нужным, вы заработали, вы можете в комментариях делиться способами заработка. Я, допустим, вот сегодня за час заработал примерно 15 миллионов виртов. Вот, и как бы можете делиться в комментариях своими способами заработка, сколько вы вообще смогли заработать, возможно, миллиард кто-то уже смог заработать по моим стратегиям. Как я уже и говорил, набираем на данном видеоролике 100 лайков, я выпускаю тактики казино, жесткие, прям моментально они выходят, они уже у меня стоят на отложенной публикации, как только 100 лайков, так сразу же, а моментально видеоролик выходит, как только 4000 подписчиков, так сразу выходят абсолютно все тактики, на какой секунде кидать орел решку, на какой секунде идти в казино, ставить там тоже деньги и вот все прочее. Ну, я думаю, что вы и сами все это должны в той или иной степени, как кенты, как кентафарики, понимать. А геймплей данного видеоролика был заснят на прекраснейшем сервере Arizona RP, Arizona RP Phoenix, можно даже так сказать. Вот, поэтому по айпишнику в описании вы сможете туда зайти, а там все это сделать, там все вот это, знаете, рассмотреть, вот сделать все, возможно, вещи, да. Вот, а также по ссылочке в описании есть мой телеграм-канал, туда вы тоже можете, разумеется, зайти и все это там тоже можете испытать. А всем спасибо за просмотр, до свидания.